Наяўнасць свабоднага доступу карыстальнікаў сеткі інтэрнэт да вялікай колькасці інфармацыйных рэсурсаў можа выкарыстоўвацца для распаўсюджвання матэрыялаў экстрэмісцкай накіраванасці. Часткай другой артыкула 19.11 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях прадугледжана адказнасць за распаўсюджванне інфармацыі, уключанай у рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, а таксама за выраб, выданне, захованне або перавозку з мэтай распаўсюджвання такой информационной продукции. Как правило, по указанной статье граждане привлекаются к административной ответственности за распространение на личных страницах в социальных сетях материалов, признанных экстремистскими. Подписка на запрещенные информационные ресурсы в социальных сетях является популяризацией такого контента и способствует распространению запрещенной информации. За указанные деяния предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин или административного ареста. Кроме того, может быть конфискован предмет административного правонарушения, орудие и средства совершения административного правонарушения. Всего за 2023 год судами Гродненской области рассмотрено более 50 дел административных правонарушений по части 2 статьи 19.11 Кодекса Республики Беларусь о административных правонарушениях. Ознакомиться со списком экстремистских материалов можно на сайте Министерства информации Республики Беларусь. Достаточно зайти на сайт Министерства и во вкладке «Документы» найти республиканский список экстремистских материалов. Достаточно большого объема, 848 страниц, но найти интересующую информацию очень просто. Необходимо лишь воспользоваться функцией в Word-документе и найти интересующую вас информацию.